начинаю запись. Еще одну запись. Supreme Commander 2 DLC. Тут чат даже появился. Раньше я его не видел. Сейчас покажу. Сейчас появится. О! Какой чат выскакивает. Верхний слой. Вот какой чат интересный. В игре 63 человека. И 194 онлайн. А участников 1025. Чёрта мало. Ладно. Закрываю чат. О, так. Покажем окнопки. Запись продолжается. Я рад. Загружаю игру последнюю свою. Я потерпел поражение. Ожидаемая сложная игра была. Сильные соперники для меня. При моем мастерстве сомнительном сильные соперники оказались. Ой, каждая секунда дорога. О, меняю позицию. FPS отображается в разных местах. Ладно, дальше. Возвращаюсь к моим... Возвращаемся к нашим баронам. Подключаю FPS пока. Отображение. Так, командир построит экстракторы материи. В принципе, стартую неплохо. Как-то приоритеты немножко не те. Не успеваю защититься от жестокого, от ожесточенного нападения. Так, 6 генераторов электрических, 6 научных станций. Ой, что творю, что делаю, что творю. Апгрейд это не сделал. Потерял ресурсы немножко. Ну, чуть-чуть ресурсов потерял на этой ошибке. И радар надо прокачать чуток. Так, мое правило, повторяю. Мой командир не строит ничего. Ну, радар построен. Нужен. Он недорого стоит, но он не очень тайный, но может пригодиться. Поэтому ставлю радар и иду на основную огневую позицию, точнее на основную оборонную позицию командира. Так, строитель. Одного строителя сюда. Блин. Танчики. Танчики, танчики. Вот так вот. Сначала танчики. Завод с танками. Нужно как-то очень четко распределять ресурсы. Ограниченное количество ресурсов. Нужно так распределять. И не только ресурсы, еще и время. Чтобы защититься от нападения, от ожесточенного нападения моих компьютерных соперников. Я сражаюсь против троих АИ. Вот, зеленый, фиолетовый и красный. Двое нормальные сложность и один легкая сложность. Ну, даже на легкой сложности это не слабо. По крайней мере, мясо дополнительное. Игра очень визуализированная, графика красивая, и очень интересно наблюдать за мясными битвами. То есть, когда просто даже уничтожаешь врага, и он особо не сопротивляется. Так,
Зенитку. Щит. Радар. Ракетную установку ставлю. Все. И танчиков для начала. 10 танков. Строитель. Инженер. Инженер. Запасной. Это запасной инженер. Оу. А этот инженер что? А этот у меня основной инженер будет. Он... О! Он здесь после того, как построит все научные станции, он построит здесь воздушный заводик. Да, вот так я придумал. Это что-то новое. Так я еще не делал. Так, тем временем. Стою. Ресурсов нет. Делать нечего. Стою. Фабрика у меня одна. Единственная фабрика. Потихонечку строит все. Все строит. Все. Пристройки все построены. Пошло производство танков. Первый танк производится. Крупным планом. Приближаю. Максимально приблизил. Это у нас зенитка. Зенитка. Сопровождает цель. И танк вышел. Ой, зенитка начала стрелять. Ага. Молодец, зениточка. А танк пришел на точку сбора. Первый танк мой. Слабый, непрокачанный танк. Опыт у него... Прочность 1500 всего лишь. А ранг 250. То есть опыт 250. То есть 0. То есть максимально 250 до получения лучки. До прокачки. В общем, здесь боевые юниты прокачиваются. Как с постройки здания, так и боевые юниты. Все прокачивается. Оно набирает опыт и становится сильнее. Такой РПГ. Такая игра получается. Так. Сначала это. Пушки. Потом конвертер материи как-то надо будет быстренько прокачать. Опять я с конвертером материи как-то спешу. Или я слишком много ресурсов трачу на строительство этих научных станций. Сколько она стоит одна? 356 материи. Ну это целая армия, но такие ресурсы можно построить. Недешево. Но это нужно. Как же без этого? Потом строить. Нет, надо сейчас строить. Это кто у нас? Ага. Истребитель и бомбардировщик одновременно. Ой-ой-ой. Ну что, сейчас. Сейчас. Будет зенитка скоро. Ой, или не будет. Надо поставить зенитку. Не успею я прокачаться особо. Давай. Езжай, зенитку ставь. Инженерчик. Инженер, ставь зенитку. Скорее, она стоит недорого. 214 материи. Ага. Ресурс. Здесь материя есть. Сейчас он ее поставит. До того, как появится научная станция следующая. Пушка Гаусса. И следующая зенитка будет. Я прокачаю научные станции и... Генераторы материи. Оу. Экстракторы материи. Сейчас она появится. Ну, зря я строю. Пригодится. Она будет тоже атаковать. Будет большая авиация скоро. Вражеская. Стреляй. Отлично. Все. О, соберем ресурсы. Так, он летал, я ему для... Это траектория патруля, чтобы он собирал металлолом.
пехоты с любителей и бомбардировщиков, которые будут падать. Здесь. Танчики построил, научная лаборатория построена. Отлично. Все, ресурсы не тратим больше. Никаких лишних расходов. Инженер будет проезжать мимо и подберет самолетики, обломки этого самолетика. Следующее. Это прокачаем. О-о, много будет. Ой, патруль какой будет хороший. Как он много металлолома сейчас умрет у меня. Падают на руке. О, ракетница. Слышу запуск ракет. Инженер ко мне едет. Инженер, танк, что-то едет. Какие у меня научные исследования? Так, энергия. Так, моя уже. Так, пристройки. И срочненько. 5 строителей. Они уже теперь будут. Чтобы начинать уже развитие экономическое. 10 танков есть. Сюда танки мне надо. Вот здесь будет у меня плотная застройка генераторами энергии. Так, масса, наверное, не пригодится. Да. Генераторы материи мне нужны будут. Здесь. Так, радар действует? Да, радар вот открывает меня. Все показывает далеко. Ремонт нужен? Да, ремонт нужен. Генераторы энергии будут защищать. А, ну начинаю. Все, свободный инженер. Давай. Энергия. Энергию производи. Генератор энергии. Мне их будет много. Так, ну и десяточек истребителей пригодятся для реагирования. Давай. О, свободный инженер. Давай, строй генераторы энергии. Вот в этой стороне. А, генератор материи сначала. И потом плотненько я застрою здесь генераторами энергии. Все. Было 17. А, сколько? 12 материи. Повышение делаю. Апгрейд. Стало 13 материи. Прирост на 25% на четверть. Дальше прокачаем. Так, экстрактор материи. Да, можно. Нужно. Ой, что-то я сейчас не то нажал. А, так, свободный инженер. Свободный инженер. Строит опять генераторы. Энергии много. Ага. Враги подходят. Враги окружают и наступают. Пум-пум. Свободный инженер. Так. Так, плотненько застроить, чтобы легче было обороняться. Смогу я? Так, не надо. Попробуем. Ну, раньше получалось как-то. Еще один инженер. И хватит. Уже достаточно. Это уже будет хорошо, это уже будет много. Так, свободный инженер есть? Ой. Надо еще одного инженера. Конвертер материи уже нам будет строить скоро. Вот они. Пошли. Так, теперь. Что прокачать? Пока я не знаю, что мне нужно в первую очередь, но я поставлю щиты.
противоядку, а потом уже буду смотреть. Прокачаю. В общем, в первую очередь противоядерку, чтобы не париться потом. Она все равно скоро понадобится. Как можно скорее надо будет уже выстраивать противоядерную защиту. Так, истребители опять не своевременная. Поставил мало часть строительства. Ой. Так, три инженера еще. И потом самолетики. 50 самолетиков. 50 истребителей. Это истребители, не бомбардировщики у меня. И поставлю танков еще. Сейчас. Они недорогие. Все, производство танков будет прерывано. Пожалуй. Ресурс есть для этого. Инженер собирает металлолом. Свободный инженер ставит конвертеры материи. 7, 8, 10 штучек. И начну конвертировать материю. Поставлю противоядерку. И хорошенечко выстроить надо будет, успеть оборону. Ой, так, командир сейчас без инженера, только я хочу пушить. Под раздачу. Да, не страшно. Командир под огнем, говорит тетенька. Так, танки отойдут сюда. А нет, сюда. Потом сюда, сюда, сюда. Потом они пойдут сюда. Противоядерку уже могу строить. Теперь что прокачать? Что-то мне надо прокачать. Дальнобойную артиллерию. Свободный инженер есть? Есть. Зачем он мне нужен? Еще генератор энергии? Построить. Ну давай еще построим генератор энергии. Уже не знаю. У меня уже, если все эти генераторы энергии будут сейчас построены, они будут мне много энергии для конвертации. Все это пригодится. Так, и один инженер будет мне уже здесь. Все, выстраиваем. Начинаем выстраивать защиту. Инженер подальше. Подойдет. Дальнобойная артиллерия скоро. Прокачал. Все. Это готово. Давай. Оп. Я сконвертировал лишнюю энергию уже. Ой-ой-ой. Пойдут они, нет? Не знаю. Ну что-то мне страшно стало. Далеко стреляет? Не, не пройдут. Не пройдут. Ой. А это мне плохо уже от этого. Где мои танки-то? Танки давайте сюда. Танки сюда давайте. А! Как хорошо, ракетницы достают. До этого инженер. Это инженер? Это инженер. Ракетницы до него достают. Не опасно. Дальнобойность. А, нет, это прямая наводка. Ой. А вот это опасно. Это опасно. Вот, сейчас они победят.
солнечные генераторы энергии сейчас будут подведены. Материю конвертирую. Опа. Конвертирую материю. Так, все, пора строить. Давай, это инженера. Возьму еще инженер, так я их всех потратил. Танчик. Танчик сейчас разобьем трактором материи. М. Исследования какие мы сделаем? Ну все. Только прокачка зданий. Прокачка зданий. Троза. М. Вот так вот. Так, материи у меня избыток не хватает строителей. А ты чё стоишь? А, этот инженер собирает металлолом. Занят. Другой сейчас освободится. Так, ну-ка давай сюда, давай. Построй ко мне зенитки. Сейчас здесь вот много зенитов построил. Так, пригодятся. Да, зенитки нужны. Это у меня опорная, главная база. Оп, строителей много. Ctrl-Z, Ctrl-1, Ctrl-M. Все, энергия у меня профицит. Противоядерку, давай, противоядерки, две. У нас противоядерка. Два противоядерка. Вместе их поставлю. Тут поставлю ремонт, поддержку. Так. Тратим все ресурсы теперь. Так. Все свои башни прокачиваю до максимума. Так, один инженер мне нужен здесь. Для отражения какой-нибудь атаки, какой-нибудь, если атака будет. Чтобы смог я ее отразить здесь. Другой инженер тоже здесь мне поможет. Ой, далековато. Другой инженер. Да, тоже далеко. Этот пригодится. Все, остановлю производство инженеров. Этот достроится, я отменю производство инженеров. Да, строился. Теперь будет так. Так, щитов. Щиты надо поставить несколько. Так вот. Так, запасную батарею конвертеров материи поставлю. Где-то здесь. 7. 8, 9, 10. 10 конвертеров будет у меня. А, и один инженер построит меня сюда. Экстрактор материи. Ой, мне страшно, ко мне идут. По мою душу. Все, прокачал до максимума. С постройки теперь что-то наземное или истребители. Да, наземное. Танки надо прокачать. Таким образом. А, палки. Уже не очень важно. Ой, генераторов энергии слишком много. Слишком много
О, слишком много. Ох, энергия накапливается быстро. Перекачал я свою экономику внезапно. Неожиданно для себя. А это что? Артиллерия уже начала. Ладно, много щитов. Да, жестко. Посмотрим, выдержат ли мои щиты такой, так сказать, напор. Так, противоядерная. Шахты работают у меня. Поставим еще одну противоядерку. Я забыл, что у меня аж два ядерных. Два компьютера будут ядерными ракетами. Меня гулять. Так, щиты. Опа! Давай поставим здесь. Сюда стреляет? Буду ставить здесь щиты. Так. Посмотрим, что из этого получится. Так, где у меня еще генератор? Запасные-то. Экстрактор материи. Вот они. Материю. Конвертирую. А, оборона. Сюда щиты нужны. Сюда щиты нужны. Позади щиты буду ставить. Много щитов. Танчиков у меня немного. Опа! Ну они в тельняшках. Так. Ты построишь экстрактор материи здесь. Почему бы нет? А, танки, танки. Ой. Так. Не успеваю. Не успеваю конвертировать. Так, все ресурсы потратил на производство. Вот я вижу хотя бы. Это все пригодится. Ну-ка, зенитка моя. Хорошо. Зенитки бьют, все хорошо. Я доволен, как я все это поставил. Как я все это построил, расположение. Артиллерия бьет по щитам. Ой. Так и будет бить там линия цветов. Ох, эти щиты надо уже как-то снять. Где? Откуда? Отсюда где-то. Где-то здесь. Сейчас разведаю. Может, разобью. Где-то отсюда летит артиллерия. Артиллерийские залпы. Где-то здесь. Так, откуда же они стреляют? Эти артиллерийские орудия. Это вот, это я вижу направление выстрела. Оу, сейчас подбивай. А, вот, ну все. Теперь я поставлю некоторое количество своих пушек артиллерийских. Немножко, да? Чтобы было интересно играть, чтобы сразу не победить. Так, конвертер материи. Ctrl-2 и Alt-M. Вот,
Теперь я в два раза быстрее конвертирую энергию свою. У меня излишки энергии образуются. Я все буду превращать пока в противоядерную оборону. Танки. Так, крипторы. А, все, сейчас у меня. Сейчас все. Заказываем строительство противоядерных ракет. Так, даже удар артиллерии пока выдерживаю. Все, всю энергию потратил, все ресурсы потратил, всю материю и всю энергию разбахал. Оп, оп, а у меня здесь так много, теперь я уже готов. Ой-ой, как много артиллерии. Ой-ой, как много артиллерии. Потому что она не очень меткая, эта артиллерия. По щитам. Щиты стоят. У меня везде. Так, тут более-менее оборону. Быстрая она у меня. О, все ресурсы трачу. Все ресурсы трачу успешно. Для танков. Танки у меня теперь могут немножко воздух контролировать. Артиллерия бьет немножко изредка мимо щитов по другим постройкам. Но это не страшно. Угу. Посмотрим, что будет бить ядерная ракета. Ну, стреляет в базу мою, слава богу, или нет? Да, мне нужно, чтобы они стреляли все-таки по моей базе. Там у меня противоядерная защита есть. Так и происходит. Происходит так, как мне нужно. Тут зенитки слабые. Но есть истребители. Ого, не надо. Они мне для разведки пригодятся. Когда будет готова моя артиллерия. Ну что, ядерная пушка, ядерная бомба уже все нейтрализована. Взрыва я не слышал, значит нейтрализована. Значит все хорошо. Так, крипторы появились у меня в исследованиях, все, я их исследовал. Все трачу, всю материю, всю энергию трачу. Непонятно на что. Так, строится? Что-то я их и не видел. А! Надо их сюда. Стоп. 22 танка здесь, я их объединю. Больше танков. Как раз я их прокачаю. А, не успею их прокачать, ну и ладно. Моя артиллерия долбит тоже. Потихонечку давит экономику вражескую по-любому. Сдерживает их. Мои щиты пробить сложновато будет. Две батареи с конвертерами материи отлично себя проявляют. Все, загрузил по максимуму строительство я противоядерных своих
Пора строить крипторов. Однако, самое время. Ха! Атакуют мои танки. Танки дешевые. Крипторы, танки. Справа будут крипторы. Ну, поставлю сразу, что мелочиться. Три. Фабрики с крипторами. Ну, они быстро принесут мне победу. Как-то неожиданно быстро я побеждаю. Так, в очередь ничего не добавил, значит, ядерная ракета пока не пускается по моей базе. А, кстати, так, я нормально уже прокачал? Так, нет. Когда будут построены все артиллерийские мои пушки, я их направлю на врага, прицельно буду стрелять. Где у нас третий ближайший? Ага, ну пусть здесь будет. А, вот, ближайший. Поставим еще щитов немножко. Так, ну щиты помогают. Щиты помогают. Давай, не надо. Что мы делаем? Щиты для танков. Отлично. Где мои танки-то? О-оу. Пусть стоят пока танки и не дергаются. Так, ну давай один инженер поставит мне еще один инструктор материи здесь. Ну его фабрика, наверное, бьет. Вот эта фабрика бьет его. А я поставлю недальнобойную дешевую артиллерию сюда. Чего-то нет. Будем долбить кончик на маленьком, в маленьком диаметре. В маленьком радиусе. Так, это у меня инженеры, я инженером добавил радиус обзора. Радары на инженерах действуют. Strategic launch detected. Оп. Так, ядерная пушка. У нас ядерные ракеты пускаются. Вот. Куда ядерная ракета летит? На базу? Вроде бы. Так, конвертирую энергию. Всю. Поймал. Поймал. Оп, перехват. Ой. Что ж ты будешь делать? Хочется уже ничего терять. Давай строительство. Так, король криптор первый. Готов. Ой. Ой-ой. А, вот. Ага. Я не ожидал такого хода, конечно. Но я этим воспользуюсь для своего маневра. И король криптор сейчас будет строиться здесь вот. Один, второй. Так, артиллерия моя где? О, там толстяк. Толстяк. Мои танчики, оп. Танчики у меня прокачаны уже. Послека убьют, походу. Фронты. А, они не добили толстяка. Какая-то там комната. А эти двое добили толстяка.
даже трое. Да, пошли по кранты. Добил. Добил толстяка. Всё. Да, стреляет толстяк мощно. Мы два танчика оказались крепче. Вот так. О-оу. О-оу. Опасно, опасно. Истребители. А, Виктор-то. Виктор-то не появился. Для обороны нужен хотя бы один криптор. О, ядерка на моя, на мою артиллерию пришла. Пришлась. Да. Сильный удар под дых. Сильно ему мешала моя артиллерия. Значит. Значит, надо еще поставить. Король Криптор появился. Первый, да? Нет? Да. Свободный инженер появился. У меня есть свободный инженер. Соберу материю. А-а-а! Я не успел Криптора сделать. Ну, попробую я его так. Смогу я? А, полуготовый, что ли? Да, он у меня сейчас... Он же может и... Здоровье потом. Его починят же, не проблема. А, ну и конечно. Так, стой. Ровно. Мы построим генераторы энергии здесь. А-а. Не-а. Его не тронут. Убеди. Убеди один. Инженер сейчас построит генератор энергии, который будет ремонтировать моего короля Криптора. Хороший король Криптор. А нет. Что прокачать? Нечего прокачивать. Командира прокачать только. Трачу просто очки. Но у меня ресурсов так много, что я не успеваю их тратить теперь. Тогда я построю что-нибудь еще. Строитель, да? Ой. Другого строителя. А вот это чем не занят. Оп. Построишь еще заводик для крипторов. Хотели. Че, криптора убили? Криптора убили. Ай-яй-яй. Ракетами. Я знаю, почему его убили. Потому что никто его не ремонтировал. А теперь генератор энергии построим. Так, это у меня истребители. Истребители приодеваться. Опа, давай сюда. Давай сюда. Сюда давай. Криптор, я сейчас убью. Ну, еще инженер есть? А, ну ладно, тут будет дорога. Так, ладно, тут инженеры не нужны. Поставлю еще генераторы энергии. Кто-нибудь криптор уже будет ремонтировать? Никто. Нет инженера свободно. А вот. Убили инженера? Инженера убили здесь.
А, так, командира. Апгрейдим чуть-чуть. И артиллерию надо поставить. Здесь. Да. Здесь я поставлю артиллерию. Раз они не боятся, поставить еще. Вот. И щиты. Где врачи-ты? Уже танки. Так. Танковый завод с инженером. Танчики мои. Под огнем. О, по максимуму все. Один, два. Не понял. А, разрушили мы генератор материи другой. Конвертер материи. Бахали. Все бабахают. Гады. Все разбабахивают. Так, так, так. Ну, какой вредный. Инженер свободный есть? Так. Криптора, строй. Давай, строй криптора уже. Мне инженеров не хватает. Что ж ты будешь делать? Поймал инженера. Давай сюда лети. Давай уже поставь генераторы энергии, которые будут крипторов ремонтировать. Поддерживать. Что же это такое? Когда все это закончится? Пока прокачаем командира. Что разгрохали? Что разгрохали? А ничего. О, инженер. Давай поставь сюда свою артиллерию. Немножко. Куча инженеров. Ну, раз у меня сюда никто не атакует, поставлю сюда тоже маленькую артиллерию. Криптора подальше. Криптора подальше. Где инженеры? Да что ты, я не могу понять, где инженеры. Проклятие. Что за тупость-то? Моя ошибка или что? Или программа глючит? Я ставлю инженеров на строительство. И они пропадают с карты. Или они едут здесь, пытаются, где они ехать пытаются. О, вот, поехал. Это уже серьезно, я уж попал. Попадал в какое-то. Ага, сюда начинают стрелять. Вот гад. Вот гадкий. Гадкий толстяк. О, а чё я? Давай. Раненый криптор. Укрытие. Укрытие, криптор. Криптор, укрытие. Командиров включаем чуток. Вот ходит, ходит. А вот подальше встанет. Нас. Он будет умнее. Да, Криптор? Он встанет сюда. Подальше. Инженер где? Опять нет инженеров. Куда они издеваются? И сюда. Строй же генератор энергии. Что ж ты будешь делать? Криптор.
делается? Две минуты? Да, долго. Давай, давай, стреляй. Ремонтирует тебя? Встань. Сейчас его будут ремонтировать. Ага. Электрогенератор его ремонтируют. Злой толстяк. Сейчас перехожу. Или раки зимой. Злой толстяк. Вот так, вот дальше артиллерию поставлю. Ой. Два генератора материи пропали. Конвертера. Добавлю. Они отдельно стояли и их они попали. Ясненько. Оу! Оу! Вот мне пригодились истребители. Как бы не поздно. Так, артиллерия моя тяжелая. В кого-то попадает. Ой, 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 помогите. Убегайте. Друзья мои. Так, ладно, один притор встал. Прочно. О! Ох! Ну, давай ты защити. Вот тут появились у меня генераторы энергии. Так, инженер есть свободненький. Давай встанешь здесь. О! У меня какой-то инженер стоит. Мне кажется. Я смогу его увидеть? Нет, его здесь нет. Как это вот так вот было. Е-мое, самолетики. Истребители. Я их потерял? Я их потерял. Здесь все. Опа, давай. О! Артиллерия все стреляет. Дальнобойная. Командира еще прокачаем чуток. Дальнобойная артиллерия. Действие моя. Так, свободный инженер. Пойдет построить еще щитов. Ой. Так, плотный. Еще командира покачаю. Контур цель. М. О. Так, давай добавим 10 строителей. Вот, 10 инженеров. Которые мне нужны. Я хочу на которых выиграть. Затянулась игра. Ну хоть сдержал первую атаку. Ааа, ненадолго. Мне кранты сейчас. Если я которых срочно не сделаю, мне будет кранты конкретно. Уже у меня средства позволяют крипторов строить. Но мне не уходит как-то их сдержать у себя. Потому что ограниченная территория построить. Это нечестно. Уже читерство. Давай сюда поставлю. Одну, один завод с крипторами поставлю сюда. Так, у меня получше стало инженеров. Сюда. Еще завод. Ладно, ладно. Так, моя артиллерия. Ага. Отсюда добивает, а ее не... мою артиллерию не добивают. Уже хорошо. Так, король криптор станет сюда, наверное. Так, ты построй здесь, опять же, генераторы энергии. Три хватит. Ты собирай. Патрулируй. Собирай. Металлолом.
если будет. А, опять они нападают. Они чувствуют, что ли? Сволочи. Типы. Чего они боятся? Они могут победить. Если только будет человек, победили меня давно. Ладно. Ой, 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 ой. Как плохо. Ой, я убегаю. Какой натиск. Какой натиск. Я только что прошла. Так, так, так. Строим щиты здесь. Строим щиты. Посмотрим, что будет. Боится противник моих. Мою артиллерию. Оу, где мои истребители? Я потерял все истребители, что ли? Да, потерял все истребители. Где мои истребители? Нормально. Я их вот прокачал. О, я их не прокачал, никак. Стратил очки. Забыл про них. Кто-то они у меня слабые, мои истребители. А мы истребители тогда будем с ним поговорить. Угу. Боится генераторов энергии моих. А я буду еще строить. Чёрт. Буду строить. Страшно. Мне не страшно. Так, этот поставит еще так. Что еще? А тут ничего больше не надо. Считай, один щит. Бой. А, вот как это все происходит. Ракетница бьет. И артиллерия. Мобильная. Ой, ядерка прошла. Ядерка прошла. Ядерка прошла. Ладно. По моей артиллерии. О, какой серьезный урон. Ну все. Что же мне делать? А, генераторы материи придется здесь поставить. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну раз это место у меня безопасное, здесь, то я здесь буду ставить... А, сначала щиты. О, нет, не здесь. Щит поставлю. И вокруг него будет дальнобольная артиллерия. Стратегический launch detected. Несколько штучек осталось. Посмотрим, что получится. Оп! Нет. Криптор будет? Криптор будет. Так, надо только генератор энергии здесь поставить. Уже это не шутки. Это все серьезно уже. Так, сюда тоже ловить. Короля крипторов. Что, две фабрики построил? Куда бери? Продолжаю. Конвертирую. Ой-ой-ой, что там? Что происходит? Здесь моя артиллерия тоже разбита. Вот, блин. Я отступил на свою фабрику. Все потерял. Криптор показывает. Давай, Криптор, показывай им. Где мой строитель? Только что его убрал. Нет, строитель. Так, истребитель я прокачал, когда их не стало. Класс. Свободный есть инженер? Один. Ладно. Не сдаюсь пока. О, чинит криптора моего.
эффективно чинят. Оп, опять ракетница. Разбили генератор энергии. Что ты будешь делать? О, целая армия. Чуть-чуть нажали, криптора не стало. Вот тебе и сильный криптор. Короткий криптор. Чуть-чуть я чего-то не досмотрел. Ой, так я хорошо, блядь, поставил. Пригодились. Так, инженер. А, инженер. Нет, поставить здесь. Значит, что он здесь поставит? Хорошенечко построим все. Здесь. Чтобы было серьезно. Зенитку. Артиллерию. Щит. Другой инженер поставит здесь же. Что он здесь поставит мне? Давайте мою ядерку. Вот так. Не знаю, конечно, где он выстрелит. Давайте здесь поставлю противоядерку. Так. 10 инженеров. И кучу истребителей. Мне нужно будет здесь понадобиться. Противоядерку начнем сюда устроить. Вот вторая база моя, по сути. Так, командир может залезть. А, да, посмотрим, может или нет. Может ли он это сделать? Мой командир. Бан или пропал? Толстяка надо уничтожить. Ой! Кто это? Ой, ой. Король Петр, Тритон. Командир попал под раздачу. Давай, давай, давай. Мир, давай, мочись. Прокачанный командир потерпел поражение. Неплохо я сопротивлялся. То ли я устал. Что-то не срослось. Слабо я распределил опять же ресурсы свои. Захватил на короткое время территорию огромную на карте. Ну, естественно, потерял. Потому что распределил свое внимание на большую территорию. Плотнее надо достраивать было. Ай, с другой стороны. Либо недостаточно хорошо строил. Ну, я отвлекаюсь на то, что я рассматриваю графику. Я рассматриваю анимацию. Как все ломается, смотрю, как что куда стреляет. Внимательно рассматриваю. Трачу на это время. Пропускаю какие-то ключевые моменты. Упускаю оборону. И проигрываю. Статистика моя юнитов. Я... убил 1166 ресурсов, добыл много, 100 тысяч массы, собрал металлома 3000. Исследований достиг 315 очков исследований, а опыта 9000 у меня. Ну, примерно как у всех. Сохраню реплей. Уже все, сегодня играть, наверное, уже не буду. А может, буду время сколько? Устал я. Почти 6. Скоро сынок пойдет. Все. Останавливаю запись. Раз, два, три. Сейчас FPS посмотрю. 60 кадров в секунду. Останавливаю запись. Раз, два, три.